Слава, сделай меня, пожалуйста, героиней мема. Может, создадим мем на ровном месте? Твое лицо, когда запустили распродажу апельсинов. Так, это слишком очевидно. Давай тогда сделаем тебя лицом устаревшего мема, который в марте был актуальным. Если что, это не баян, а old school. А можно, типа, я в Хогвартсе? Вряд ли в Хогвартсе на Новый год, да и вообще писали на снеговиках «Время загадывать желания». Смысл быть волшебником, если тебе свои же желания надо загадывать, а не алахоморить. Поэтому добро пожаловать в импортозамещенный томский филиал Хогвартса. Как видишь, дворники-невидимки. Или не видишь? Что-нибудь экзотичное. Фото на горе под ясным небом летним днем. Для жителей крупных городов это уже экзотика. Давай добавим то, что точно является экзотическим для таких мест. А именно номер Клеопатры, которая ждет своего Цезаря. Не вздумайте по нему звонить. Здравствуйте, сделайте будто бы на крутом фестивале. Burning Man, Melt. Это круто, но уже привычно. Да и не факт, что доступно. Поэтому отправлю тебя на самый крутой фестиваль, который можно было встретить в афише моего родного города. Теперь ты на фестивале меда. То ли как промоутер, то ли как участница. Решай сама, сладкая. Привет. Можешь убрать сыр и колбасу из руки? А где хлеб? В стритфуде появилось просто блюдо из колбасы и сыра? И как оно называется? Сыр-колбас. Колбасыр. Хотя последнее больше походит на название футбольного клуба. Окей, решим реальную проблему. Теперь все в пакете. Хороший мальчик ничего не скушает. И это был новый выпуск рубрики «Исправь, пожалуйста, мое фото». Ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал. Все участники рубрики в курсе, что будет с их фотографиями. Всем пока!